В Омске собака оказалась запертой в квартире жилого дома. Дело в том, что хозяйка пса скончалась, а желающих приютить животное не нашлось. Собака неделю находилась без еды и воды, постоянно лая. Об этом сообщила в нашу редакцию соседка. Мы незамедлительно решили помочь разрешить эту проблему. С вопросом, что делать, мы позвонили в МЧС. В полицию звонить. Двери не открываем. Мы связались с полицией. Там нам сообщили, что об этой проблеме знают. Собака действительно несколько дней находится одна в квартире. Ее хозяйка скончалась почти месяц назад. Животное пробыло с трупом несколько недель. При этом, несмотря на голод, тело женщины не тронуло. Сотрудники полиции не оставили животное. Участковые уполномоченные периодически подкармливали собаку. В то же время занимались поиском родственников. Через двери круглосуточно доносится лай. По словам соседей, бедная собака воет уже несколько дней. Раиса Матвеева рассказывает, как жители дома обнаружили, что бабушка из квартиры номер 2 мертва. Заметили, что она сама не выходит, собаку не выгуливает. Соседи вот носят там мясо какое-нибудь под двери подкладывают, не стала забирать. Квитанции в дверях. Вот и начали уже поднимать шум. Вызволить пса сейчас невозможно. Собака агрессивная и без помощи профессионалов или спецодежды в руки не дается. Голодное животное совсем одичало и никого не подпускает. Желающих приютить пса нет. Мы обратились в общественную организацию «Друг» и спросили, согласны ли они взять Бобика себе. Да, мы примем собачку. У нас своего транспорта нет. Людей, которые бы могли позволить себе ездить по городу, а не работать в приюте, как бы тоже нет. Все только на волонтеров, на надежду. Впрочем, судьба несчастной собаки, которая уже почти месяц находилась в квартире, решилась во время съемок нашего сюжета. Животное приютил знакомый погибшей женщины. Николай Ивенко, Даниил Паршин, Антенна 7.